Всем привет! Вы на канале «Беременность и роды». Здесь собрана самая интересная и полезная информация о беременности. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Сегодня мы поговорим о снах во время беременности. Почему сны во время беременности более яркие и запоминающиеся? Сны похожи на зеркало, отражающее ваше эмоциональное состояние. И учитывая, что беременность может ощущаться как эмоциональные американские горки, неудивительно, что ваши сны могут быть более яркими и дикими, чем обычно. Повышение уровня гормона прогестерона во время беременности может быть одним из факторов, вызывающих эти эмоциональные взлеты и падения. Если теперь вы лучше запоминаете свои сны, можете списать это на беременность. Большинство людей вспоминают лишь случайные сны, хотя всем нам снятся сны каждую ночь. Но беременные женщины обычно просыпаются всю ночь из-за давления в мочевом пузыре, беспокойства и других нарушений сна во время беременности. И чем чаще ваш сон прерывается, тем больше вероятность, что вы проснетесь со свежим сном в вашей голове. Во время беременности вам могут сниться странные и яркие сны. Что означают ваши сны о беременности в каждом триместре? Некоторые эксперты говорят, что сны о беременности отражают ваше волнение, страх и опасения по поводу физических и эмоциональных изменений, происходящих с вами. Они указывают на определенные темы, которые, по их мнению, являются общими для каждой стадии беременности. На ранних сроках беременности мамы, впервые родившие ребенка, редко знают о своем опыте родов и часто испытывают опасения. Сочетание надежд на легкие роды и неполного понимания реального процесса может привести к мечтам о том, что ребенок выскочит или просто появится. Во втором триместре беременной женщине снятся сны о животных, которые больше похожи на младенцев, таких как щенки, цыплята и котята. В зависимости от ее отношения к беременности, партнеру и ситуации, животное может быть угрожающим или милым. Во время беременности вам могут сниться странные и яркие сны. Обычно считается, что присутствие дружелюбных животных, редких и очаровательных существ во сне, свидетельствует о хороших отношениях между сновидцем и его инстинктами. Многие беременные женщины мечтают о том, чтобы животные были милыми. Вы можете обнаружить, что животные в ваших снах развиваются от морских существ до наземных млекопитающих, представляя путешествие первобытных предков. Исследования показывают, что беременные женщины видят своих младенцев примерно в 15% своих снов. Другие исследователи сообщают о еще большем количестве детских снов в третьем триместре. Иногда будущая мама с удивительной точностью изображает внешность своего ребенка. Другие будущие матери во сне беспокоятся о том, что их ребенок унаследует нежелательные качества. Беременные женщины могут утешаться тем фактом, что определенные страхи для этого времени типичны, а сны редко бывают вещими. Будем рады услышать ваши комментарии, расскажите, как и изменились ваши сны во время беременности. Может, вы часто видите один и тот же сон, или ваши сны стали цветными и радужными.